Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал в гостях у Павловны. Ну что, воскресенье, хочется побаловать своих с чем-то вкусненьким с утра. И вот сегодня я хочу испечь и показать вам. Буду печь такие мини-курнички. У меня есть на канале уже, как я курник пеку, но это похожий вариант, только будет порционно. Я вообще считаю, что мини-пиццы и вот эти мини-такие курнички – это отлично. Не нужно разрезать, ничего, начинка не крошится. Удобно взял в руки, скушал. Что для этого я взяла? Ну, для начала я вам покажу, что я взяла. Вот три картошки почистила, две луковочки и филе у меня вот здесь индейки. Так, это для начинки. Для теста я взяла два яйца, но я одно яйцо оставлю для... Желток один оставлю для смазки, а полтора яйца, так сказать, буду замешивать тесто. Вот это оставлю для смазки. Баночка сметаны. 200 грамм. Я люблю это такое тесто. Оно получается как песочное. Прямо, мне кажется, даже тает во рту. Мне это нравится. Может, кто-то скажет, что это и не тесто для курника, но у меня это так. Так, что я еще возьму? Вот здесь у меня по чайной ложке соли и сахара. Сахара чуть побольше. Пачка масла, но хочу обратить внимание, пачки 180 грамм, и я сейчас покажу, сколько я оставила еще от пачки. Вот так оставила, это я потом буду покажу для чего. А это размягченное масло тоже сейчас сюда, и все буду размешивать. И мука, естественно. Так, еще разрыхлитель теста у меня будет. Сейчас это все размешаю. Какое количество муки, я точно сказать не могу. У меня весы еще на даче, поэтому... Ну, грамм 300-400, наверное, я думаю, уйдет, в зависимости от того, какая мука. Может, чуть побольше буду ориентироваться, так сказать, на свой опыт. Хочу сказать, что вот точное количество, ну, я указываю рецепты под видео, но чаще это делаю, и не только я, вот такие, как мой канал, мы-то делаем все уже согласно своего опыта, так сказать. И поэтому вот недавно мне такие нарекания, сколько конкретно муки, сколько точно грамм. Но нет у меня таких рецептов, что прямо вот 2 грамма соли, 3 грамма сахара. С точными рецептами, это есть такие каналы, где все там тщательно на весах взвешивают. У меня канал такой, я просто показываю, чем я занимаюсь, что делаю. А это уже вам решать, повторять или не повторять эти рецепты. Ну все, сейчас буду добавлять муку. Мука у меня вот здесь просеянная уже. Так, разрыхлитель сюда в муку сделаю. Так, разрыхлителя столовая ложка у меня должна уйти вот так. Все, сейчас буду добавлять. Уж не буду здесь шуметь, греметь вам. Но постепенно буду добавлять муку. Все, я тесто уже сделала на стол. И вот так потихоньку на стол добавляю и вмешиваю муку. Оно, знаете, по консистенции это... Сначала, если вот оно было влажное, липло к рукам, то сейчас оно уже... Уже и достаточно, я уже даже вот тут маленько сейчас соберу.
Вот у меня был килограмм муки. Ну, грамм 400, да, наверное, точно у меня ушло. Ну, каждый смотрит. Опытная хозяйка, она уже знает по состоянию теста. Ну, а молоденькая, с годами все, опыт приходит. Вы же смотрите, как тесто к рукам, как оно вам удобно так из него что-то делать. Так, ну что, вот сейчас я тесто, вот такое у меня получилось. Сейчас я его положу в пакетик. И несколько минуток оно у меня отдохнет. А я тем временем займусь начинкой. Ну, за сколько я минут эту начинку сделаю? Тут порежу мелконько филе, лук и картошку. Посолю это все тоже дело, поперчу. Лаврушечки добавлю. Все, тесто поставлю отдыхать. Вот такое тесто хорошее. Натираю лук вот на такой тоже ретро-терке. Уже здесь вот у меня это держатель сломалось. Но все забываю купить, как пользоваться так. И скажу вам по секрету, что вообще не люблю лук нарезать. И поэтому вот эта такая терка для меня, это вообще кладезь. Мелкие такие кусочки получаются. Картошку тоже натру на терке, но больше сделаю ножички. Ножичек другой. Вот так. Не очень крупно лук. И картошку буду на терке. Но только, как я уже говорю, насадку другую поменяю. Вот так. Нарезала я картошку с луком. Это все у меня сейчас. Моя задача это нарезать небольшими кубиками филе. Все вот так измельчила мясо. Посолила. Насыпала, посолила солью. Тоже на свое усмотрение. Лаврушечку, листик вот так вот весь измельчила. Чтобы в каждый курничек кусочек такого отрывка лаврушки попал. Сейчас поперчу и хорошо размешаю. Так, добавлю черный перчик. Тесто у меня уже прошло, наверное, минут 10, как я фаршем занимаюсь. Тесто уже достаточно отдохнуло. Сейчас перемешаю фарш и буду заниматься курниками. Вот такие мини-курнички леплю. Раскатала тесто. Тесто очень хорошее, податливое. Прямо такое это хорошее. И сейчас начинку так ложу и защипываю треугольничком. Серединку вы, как видите, я не защипываю, потому что я в конце, минутки за две, за три, когда уже готово будет, я туда, в эту дырочку, добавлю сливочного масла. Так, вот такие треугольнички. Ничего сложного. Каждый это умеет делать. Я и беляши иногда по такой форме делаю. Вот дырочка тут оставлена. Ну, буду продолжать. Вот один противень у меня уже готов. Сейчас я желток вот так размешала и буду смазывать эти курнички. Духовка у меня уже включена. У меня, знаете, один здесь всего листик. Противень, так называемый. Поэтому сейчас нагреется. Я пока здесь смажу и поставлю. Температура градусов 190. Посмотрю. В конце, как я уже говорила, минутки за две я добавлю в эту дырочку
сливочного масла по капелюшечке такой. Пока у меня там та партия печется, вот посмотрите, начинки у меня как раз. Вот здесь 5 осталось еще этих курничков. Сейчас я залеплю. В общем, довольна, что и тесто, и начинка, она вся ушла. Но это замечательно. Глаз алмаз, так сказать. Вуаля! Первая партия у меня готова. Вот такие. Вот такие. Ой, горячие еще. Горяченькие. Маленько тут. Вот так вот они. Ну, я потыкала вилочкой. Картошечка готова. Мясо, конечно, оно тоже. Так что вот такие вкусняшки. Вторая партия еще печется у меня. Все, сейчас буду снимать пробу. Покажу вам. Вот на срезе тесто не очень толстое такое. Все пропеклось. У меня здесь кисель из костяники. В этом году не было костяники, а прошлогодняя замороженная у меня была в морозилке. Поэтому я сейчас вот такой кисель. Такое начало у меня воскресного утра. Всем пока! Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всем гостям рада!